Страдающие лжеродственники атаковали кировчан. Только за минувшие сутки в полицию обратились 7 пожилых жителей области. Все они столкнулись с действиями мошенников. 500 000 злоумышленникам отдал 77-летний мужчина. Ему позвонила плачущая женщина, представилась его внучкой и сообщила, что стала виновницей ДТП. А 74-летней кировчанке рыдающая незнакомка представилась дочерью и попросила денег на решение проблем с законом. Пенсионерка не успела перевести деньги, так как та самая дочь пришла к ней в гости. Сейчас личности телефонных мошенников устанавливаются. Полиция просит кировчан быть бдительными. Уважаемые граждане! Не отдавайте и не переводите свои деньги незнакомцам. Не спешите и не принимайте необдуманных решений, связанных с деньгами. Обсуждайте эти решения с родными и близкими. Мошенники манипулируют чувствами своих жертв. Если вы получили сообщение о том, что ваш родственник в беде, найдите способ связаться с ним. Убедительно просим запомнить эту информацию и провести разъяснительную работу со своими пожилыми родственниками и знакомыми.